Новости спорта. В нашем городе состоялся 25-й открытый краевой турнир по настольному теннису памяти Аркадия Ивановича Проценко. 25-й юбилейный турнир собрал в спорткомплексе «Лидер» 378 юных спортсменов из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, Ростовской и Липецкой областей и Ставропольского края. Играют самые молодые на этих соревнованиях детишки края нашего и близлежащего региона. Мы просматриваем тренера сильнейших на будущее своих спортсменов, поэтому это как на перспективу получается. Турнир. Сын Аркадия Проценко высоко оценил усилия по росту популярности настольного тенниса и привлечению к занятиям самых юных участников. Проявляют себя в спорте. Но самое главное, что они оторваны от улицы, вот, у них есть чем заняться. Большая благодарность тренерам, которые воспитывают их детей. Вот. Ну, что хочется еще сказать? Хочется сказать, что чаще и больше надо проводить турнир памяти таких людей, как мой отец. Он не один в своем роде был. Он работал среди целой плеяды заслуженных учителей и тренеров. Участники турнира очень довольны уровнем его проведения и состязаются с большим энтузиазмом. Я очень люблю его. Я очень люблю теннис, потому что это очень подвижная игра. Я смотрела по телевизору, как играют теннисисты, и мне захотелось тоже стать теннисисткой. Вот и я начала свою теннисную карьеру. Я люблю настольный теннис, потому что в него очень легко играть, и он очень красивый. Потом я участвую в соревнованиях уже 6 раз. Ксения Стадниченко уже не в первый раз завоевывает золотую медаль турнира в своей возрастной категории. Мне здесь понравилось, столы здесь хорошие. Я каждый день у папы спрашиваю, когда мы еще поедем в Славянск. Мне очень понравилось здесь. По результатам соревнований славянский спортсмен Максим Ткаченко стал бронзовым призером среди юношей 2004 года рождения и моложе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».